Саманта Марко выступила против герцогини. Беременная супруга принца Гарри все чаще сталкивается с критикой. Сразу после свадьбы против Меган Маркл ополчились почти все ее родственники, которые с завидной регулярностью дают интервью и обещают разоблачить герцогиню и показать общественности ее истинное лицо. Особенно часто в негативном ключе высказывается сестра Маркл, Саманта, которая дала уже несколько интервью о том, что герцогиня совершенно забыла о своей семье и даже не помогает больному отцу. Также Саманта написала мемуары, в которых рассказала о том, кем на самом деле является Меган. Однако она решила выпустить книгу в продажу сразу после того, как герцогиня родит своего первенца. Саманта все никак не успокоится и продолжает поливать грязью свою знаменитую родственницу. Недавно в СМИ попало трогательное письмо, которое Меган адресовала отцу. Саманта же пришла в ярости и вновь обвинила герцогиню во лжи. Сестра назвала Меган самовлюбленной богачкой и отметила, что той нужно пройти проверку на детекторе лжи. Она обманывает, когда говорит, что никогда не была близка с отцом и что его письмо разбило ей сердце, заявила Саманта в беседе с изданием «Экспресс».